Всем привет! Привет! Мы приветствуем вас на нашем канале. Сегодня нас мало, мы с Марией будем открывать посылочки, потому что дети играют, не играются, а делают уроки. Всегда играются, я всегда думаю, что они играются, и они иногда тоже делают уроки. Мария будет все вот этот... Мария сегодня будет доставать. Мария сама будет доставать, Мария сама будет считать, Мария сама будет писать. Мария, у тебя готово все, солнышко мое. Блокнотик твой это уже открыт? Да. Открывай, напиши сегодняшний день, упаковывай, распаковочку, какой этот. И все, начинаем. Ты пока пишешь, я открываю. Good? Good. Договорились, Бадлес? Ага. Открывается что-то туго. Это уже... Коробочка хорошо. Такая хорошо набитая, ага. Тяжеленькая. Пару раз вроде видно, еще упало или задавили. Ничего страшного. И сегодня у нас Мария одна. Так как многие боятся нашего балагана, мы решили попробовать по одному. Да. Почему? Нет. Будем и вместе, будем и отдельно, пока мы дети пока это. Папа, о, я тебе... Мария, давай. Я. Тут еще вторые. Двое. А это не одинаковые. Тыковки. Это семейка. Тыковки. Ребята, ну хорошо. Это вообще к Дню Благодарения, да, уже да. Прошло. Наверное, поэтому нам и отправили. Ну хорошо, давайте цену посмотрим. Скорее всего, ничего страшного. Оно пригодится нам на следующий год. Да. Здесь в тыковках вот этот не хватает. Здесь зеленые что там? Штучки, видишь? А, хвостик. Может быть, у маленьких папа не надо? Хвостик. Ну давайте я сфотографирую и пооткроем. Да. Хорошо? Давай, солнышко. Давай. Нашла я тыковки на сайте Amazon. Но здесь 5 штук. 80 миллиметров. Примерно так же, как и наши. Точно такой же цвет. Цвет называется апельсин. 5 штук стоят 13,99. 13,99, 14 евро. Если разделить на 5, то одна штучка получается 2,8. И 2,8 на 3. Получается 8 евро 40 копеек за 3 штучки. Точно такие маленькие, конечно, найти не могу. Вот здесь есть по 12 штук, у нас 15, но у нас нет хвостиков. Поэтому я так понимаю, что наши для рукоделия будут. Думаю, можно им 3 евро все-таки дать. Посчитали это все вместе, и мы решили им дать и маленьким, и большим все вместе 10 евро. Записываем. Посмотри. Ой, ну красивенькие очень. Дырочки видно, что там это зеленые эти штучки были. Были, ой, да? Ну да. Ничего страшного. Ну а что странно, что со всех сразу вытащили. Может, из них можно гирлянду сделать может, какую-то. Собрали от, ну, из распечатанных уже. А, может. Собрали в одну кучу и там кинули. Сколько, Мария, посчитай, пожалуйста, точно. Не раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. А не пятнадцать. Пятнадцать, ты еще раз посчитай. Ну, давай. Окей. Два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать и... Пятнадцать. Да, пятнадцать, мама, ты права. Все. Ну, я думаю, неплохо. Мы не сказали, что я заплатила снова 41 евро. В тот раз, по-моему, тоже 41 евро был. Да, 41 евро посылочка. С этого мы можем еще красивое что-нибудь сделать. Обязательно украсим, да. Повесить или что. Будет очень красивенько. Много вариантов. Да, теперь... Если есть у кого-то какие-то мнения, пишите. Предложения. Если у вас что-то вообще хорошее есть, вы хотели это заиметь, мы отправим. Реализовать. Да. Отправим, кто если тянет, там кто-то... Я дотяну. Да, тянешь ты, Бадась. Ого, это что-то такое. О, какая-то совсем упаковка. Да, ага. Упаковка пострадала. Для душа, короб для душа, да. Откуда мне его? Это надоело. Душевую кабину. Подожди, дочь. Ребята, подождите, может я быстро сфотографирую коробочку? Одну да, секунду. Давайте. Давай. Нашла я точно такой же короб для душа на сайте eBay. Его нет в наличии.
Он уже продан. Продан за 24,99. Точно такая же фирма. Нержавеющая сталь. Написано, больше вам не придется сверлить. Сейчас откроем, посмотрим, что там вообще. Ну, если там все в порядке, все целое, то 24,99, 25 – это классная цена. Не, ну коробка потерпевшая – это точно. Ну, коробка зачем нам? Главное, чтобы там внутренность была. Да, целая, в Тики Макси продается вообще без коробок все эти вещи. Главное, чтобы все внутри было. А, не, ну оно с Эдельсталя, это должен это быть какой-то. Опа, этого не хватает. Марьяну, смотри, там... Кого не хватает? Нет, там одно крепление. На сайте тоже стоит одно крепление. Да? Да. А это тогда для чего? Не оно знаю. На одном, если в углу. Не, да, солнце там. Смотри, будет, даже на коробочке. А, опа, да. Ого. Не, ну смотри. А, да. Опа, смотри, это здесь нарисовано и здесь, типа, если, ну, какой угол, ну, как, где ты хочешь прицепить, если у тебя нету этого. Ну, с той стороны. Это ты снимаешь вот сюда это, потому что здесь резьба внутри есть. Ага. Ну, написано же, что не сверлить. Не хватает клея. Клей должен был быть здесь, потому что здесь написано, видишь? Чтобы на клею можно посадить вот этот. Угу. Ну, или, ну, в этот. Потому что здесь дюбеля есть и шурупы. То есть сверлить все-таки надо. Сверлить все-таки надо. Можно было вот так, такого клея нету. У нас, ну, клей есть хороший, который можно этот клеить. Но зачем? Лучше вот. Лучше присверлить, так, да? Да, лучше присверлить. Но это нам пригодится. У нас в ванной комнате у девочек есть полки, а у нас с папой нет. Ага. Поэтому могу уступить папе. Красивая, мне нравится очень. Покажите немножко ближе вот. Нам. Вот. Да, все. Отлично. Хорошо. Главное... Полочка, сколько пишем? Не хватает клея? Давайте. Будь здоров. Подожди, посмотрим, если он Эдельштал. Да, там нержавейка написана была на сайте. Опа. Ну, будь здоров. Будь здоров. Давайте 20 евро напишем. Давай, да? 20 евро, 2. Сколько окей. Оно было? 25, 24,99. Подожди, оно, в принципе, оно целое, нигде нет. Ну, пачка подбитая, товар не ведь, не можем продавать, будем. Будем использовать. Будем использовать, тогда считаем как, Мария? 20 евро. Правильно, когда не будем, когда не продаем, считаем меньше. Ставь папулечка вот. Давай сюда поставим. Давай вот. Вот сюда. Опа. Теперь оп. Тянет. Извините, теперь тянет. Правильно, ты ничего, это не перерусская, не можешь разговаривать. Ого, что это такое? Так. Видит очень интересно. Это я уже поняла. Это пеналы. Это пенальчики. Да, три. А ну, папа, загляни, или их там больше. Раз, два, три. Нету больше. Хорошо, Маруся, не показывай. Ребята, как раз. Послушайте, смотрите, как хорошо. Нету, зайка. Как раз трем девочкам. Вас, да. Отлично. У них сколько штук таких? Финал. Ну, таких точно нет, есть другие. Нету. Сколько у тебя? И везде все это разбросано. Давайте я сфотографирую. Давай. Выдает косметички, что-то немного похожее. Цены, естественно, разные, в зависимости от фирмы, от качества. Я думаю, мы даем нашему пенальчику 3 евро. Ну, по 3 евро, 3 штуки. 3 драйма-драй. 9 евро, пенальчики отличные. Ну, вы не открыли, ребята. Один, хотя бы посмотреть. Один, открывай твою, открывай, пусть потом девочки. Девочки свои откроют, правильно. Потому что Марусечка моя. А ну, Марусь, покажи. Да, да, я по этот. Подожди, я посмотрю. Внутри это, покажи, что? Пожалуйста. Хорошенький папуля? Ну, пойдет. Ну да, непромокаемый, да? Мне очень, тут он такой
все эти комнаты. Прикольный день. Свою положи рядом. Опа, а чем будешь писать, солнце мое? Я потом открою и опять возьму. Хорошо. Теперь давай. Тянет опять я. Теперь тянет опять Мария. Ну, это что? Ребята, не понимают, что это такое? Я не знаю. Фотографируем. Узнаем, что это. Возвращаемся назад. Стартер Z. Стартер Z, да. Сейчас посмотрим. Нет такого набора, как наш. Вот на Amazon есть стартовый набор бытовой химчистки. Сумкой. Одна упаковка. 36,51. Есть еще такой набор. Тоже стартовый набор для домашней химчистки. Здесь вообще волшебная цена. 78,43. Понятно, что наш набор, наверное, устаревший. Вот на eBay есть, продается с рук. За 8,95. Тогда давайте посмотрим набор химчистки. Что за это химчистка у нас? Открывайте. Мария, отойди, солнце. Папа, ты что, заболеваешь? Да нет. Надеемся, нет. Что, можно? Нет. Нет. Ну. А хотелось бы, да, поболеть чуть-чуть. Пару дней. Так, давайте смотреть. Опа. Самое главное в этом наборе, это должен быть хороший пятновыводитель какой-то. Да, вот две штуки есть. Так, это у нас что? Открывай, Мария. Это какие-то... Это бойтель какой-то. Ага, есть вот два, да? Сюда, да, да, наверное. Это простой пакет. Это вот, пятновыводитель это один. Это не простой пакет. Простой пакет не много. И это, вот наверное... второй. Вот, смотри, а ну. Это надо, к примеру, если твоя юбочка, там что-нибудь так не так. Ага, это кладется в этот пакет. Да. Пакет с тухом и раствором, раствор туда наводишь на платье. Ага, ребята, тут потом еще тухом один пакетик. Тут и кидаешь. Вместе с этим кидаешь пакет, машинку. И пакет, походу, не одноразовый. Пакет это с липучками. Многоразовый, да? Да. Ребята, ага. И он такой тверденький, хорошенький. Дайте мне потрогать. А ну, покажи. Я открыла один на такой змеечке, такой диксель. Это такая же сумочка? Да. Опять закрываем. Опять закрываем. Ну, проверим, как это работает в действии и расскажем. Да. Да. А кто знает... Если кто-то пользуется, если кто-то пользуется, подскажите, пожалуйста. Да, кто-то, если этот. Мы пользуемся голландским раствором, очень хороший тоже есть. Да, пулевизатор. Мы брызгаем на пятнышки брызгаем или на грязь. На пятна моментально оно становится чистым. Бор. Ну тогда давайте, как в eBay, там 8, сколько 9, покупаем, да? Же, правильно? Тогда 8. Для нас, я. Да. Если для нас это самое. Покупаем. 10 же евро было, да, мамочка? Там было 8,40, по-моему, пишите 8. 8 евро. Да, да, закругляем. Округляем 8. Мы же покупаем это. Опа, это что? Опа. Это что? Мешочка такая светящая. Какая-то лифтка. Угу. Ребята, тут стоит уже цена 6,95 €. Покажи. Вот тут стоит 6,95 €. Отлично. Открывай. Давайте откройте, да, посмотрим, для чего это. Там, походу, давай, солнце. Вешать или картинки, или фотографии, да. С прищепочками. Да, ну видишь, оно как прищепка и LED-шечка, да. Такая лампочка. 6,95 сколько она была? Это можно на какую-то вечеринку. А? Можно на какую-то вечеринку это использовать. Да. Или прицепить фотографии. Вот кто-то. Да, вот. Тут много. Ну, включайте. Вот, работает. Видишь, нам батарейки нужны. Батарейки? Мне, да, батарейки, солнце. Ну, давай. Батарейки поставили. Смотри, как красиво. Светит так новогодний. Да, сюда можно или картинки, или фотографии. Да. Даже фото Деда Мороза, Николауса, Санта-Клауса. Держит хорошо, да? Да, отлично держит. Крепкая, отлично.
Продолжаем, ребята. Сколько? 7 евро стоило. Ты записала, Мария? 6 евро. Мария, ты записала? 7. Ключи пусть красиво будет. Не подсматриваем. Вот, ого, Мария, это что-то нашла? Китайская. Китайская, это точно. Китайская. На китайском, я это могу. Может, японская? А, не, у нас Маруся говорит на китайском, на японском. Аша, открывай. Переводи. Можешь? Что ты сказала? Привет. А, привет. Я тоже слышал, как-то весь лист. Ого! А ну. Мама, вау! Это японские палочки. Да, класс. Вау. Да, правда, мы класс. Мы обожаем есть японские палочки. Маруся, это тебе или мне? Мне. Нет, ты дашь мне попробовать? Нет, тебе, тебе. Нет, мамочка, тебе. А там внизу нету ничего. Это, нет. Жалко, да, что только один. Жалко. Но у нас только я и Мария едим китайскими палочками. А что это за ложечка? Это ложечка или вообще что? Да, это ложечка какая-то маленькая, интересная. Надо в интернете будет поинтересоваться. Ну что, давайте я сфотографирую. Как называется? Кюрбисука, да. Давай, давай, Борис. Не, ну кюрбис, да, наверное, он гладкий, скажи, сильно. Да. Ну сейчас, давайте я сфотографирую. Да, всякие, это, Мария ест, да, китайскими палочками. Можно я сфотографирую, ребята? Конечно. Посмотрим цену. Конечно. Дякую. Нашла я такой наборчик только на этом сайте. Цена его здесь 17 евро. Но он немного отличается от нашего. Здесь есть нож и вилка. А у нас маленькая ложечка и маленькая вилочка. Есть такие наборчики, как наш, но нет цены. Если переходишь по ссылке, то цену тоже не дает, так как они уже распроданы. На Алиэкспресс вот есть за 19 евро. Но его тоже там нет в наличии. Вот наем дает 24, но когда мы с вами перешли, 17 евро. Да, 17 евро. Ну, очень рада, жалко, то, что только один наборчик. Да, очень жалко, мне тоже очень нравится. Но это пока Мария. Мария будет это пользоваться. Нет, нет. Ну, маме тоже даст попробовать. Конечно. Спасибо. Нет, нет, маме можешь. Продолжаем. Так. Сердечко. Сейчас. Тянем. Мария, ты твои эти... Будем есть китайскую еду или вообще что-то? Продемонстрируем. Слушай, тянем. Да. Вот там внизу что-то прикольное. Сейчас вы... Ого! Закрывается так, да? Жалко, чтобы не было, да, столько? Ой. Ну, на одну персону. Да. Голландия. Ничего страшного. Голландия? Да, 100%. Ага. Оранжевый, конечно. Хорошо. Давайте это что? Ну, посмотрим. Это шарфик, наверное. Нет. Ну давайте я сфотографирую и откроете сейчас. Да. Хорошо? На руку и на голову. Ага. Окей. Точно такого же набора нет. Но в магазине для фанатов. Вот за 22-й год даже. Такая повязка на руку стоит 3,90. Я думаю, нашему наборчику можно дать 5 евро. Благополучно. Смотрите, Мария уже сразу примерила. Покажешь, пожалуйста, всю сторону. Нормально. Красота. Опа. Маруся, да. Фан Голландии? Да. Гоголес. Сейчас футбол начнется, голландцы, когда будут играть, одеваешь, и все, и forever. Стоит 17 евро или? 5, Марусечка, 5. Ты запуталась. 17. Да, я запуталась, извините. 5? Ничего 17. Страшного, 5 евро. Мария, цифры правильно пиши. Маруня, тянем. Тянем. Давай, давай. Ого. Это что? Я не знаю, что это такое, мама. А, это гайцем чистить. Подожди, посмотрю. Этими... Вот тут такая. А, картинка. Да, батареи. Это чистить батареи. Это картиночка. Ага, окей. Чтобы в эти щели зашел и это чистился, чтобы да, пыль вот это? Да, окей. Кстати, хорошая штука. Хорошая вещь. Ну, у нас тоже есть, не? У нас была, она уже, наверное, лет 5 как поломалась у меня, да, назад. Опа, Мария. Наличие этого товара практически уже нигде нет. Нашла я только на eBay Kleinanzeigen.
Продавался он за 5 евро, он уже продан. Но точно такой же, как наш. Точно такая же фирма. Что немного плохо видно фотографию, она уже удалена. Очень хорошая штука. Очень хорошая. Батареи не будут пыльными. Да, да, батареи не этот. Вот жалюзи, вот этот, ну, висячие жалюзи, не снаружные, вот с дома, когда висят, вот эти тоже чистится этот. Мужчинам скажу, если дома есть, берете это в машине. Когда у вас диски на машине, вот эти тоненькие идут, тоненькие полосочки, там, не знаю, там разные, каждый все, как говорит. Вот чтоб в середине это ни одном ваш трассе не моется, это специальным цоем. Если мужчины все ваш поймут, трассе это у нас мойка машинная. Мойках, они не, диски не моются так, как надо. Вот когда брызгать с этим... Пройти. Есть вот насадка дополнительная, Марус. Я уже подумала, что это такое. Кстати, я это, наверное, дополнительная не так и буду. Насадочка пока есть. Пока здесь девочки будут думать, что у них дома есть такое, я это... Чтоб помыть. Хотя у нас не такие сильно тонкие щели, но ничего. Хорошая вещь. Отлично. Для дома можно это. Продолжаем, давай. Это что? Мини-сумочка какая-то. Это сумочка. Давай. Силиконовая какая-то. Да, силиконовая, да. Оно? Ну, вешает что-то там. Этот. Остановите, наверное, на секунду сумочку. Наверное, этот даже... Мыло. Нашла я точно такой же органайзер. Называется висячий органайзер. Продается в магазине онлайн Oiroshop. И стоит 1 евро 30 центов. Ну, евро 30, но ничего страшного, нужная вещь. Где-нибудь этот Мария. Конспектируйте. Алла, кому вы к мове? Опа, это что? Скажите, нет, сумочка, что уже опять. Ну, открывайте. Ага. Это косметичка, ребята, косметичка, мы косметички, да, любим. Почти в каждой из упаковочек они у нас есть. Можно, да, показать, Марусь, сначала нам? Я тоже не вижу, честно. Nivea Men для мужчин, а, косметичка. Опа, а я хотел сказать, три штуки для девочек была сумочка, а еще для мамы. Остался для мальчика. Я опять. Мария, оказывается, это мне. Дай сюда, Мария. А ну-ка, папа, нравится? Ну, сильно маленькая, но ничего страшного. Ну. Хорошая, да. Можно одну маечку положить в дорогу, да, носочки. Какой это? Не, были большие косметички. Маленькая тоже для мелочей нужна. Да. Давайте я цену посмотрю сейчас. Все. Нашла я точно такую же косметичку на сайте eBay Kleinanzeige. Продается она с рук. Просят за нее 5 евро и, возможно, пересылка. Все, спасибо, Мария, за косметичку. О, еще 5 евро, это мое, подороже чуть-чуть еще. Ничего страшного. Теперь стянем опять. Тянем. Тянем, тянем. Это что такое? А, этот. Кратце, как Юмба это, ну, Шабер. Чистить это. Как лезвие такое для чистить, да? Как? Ну, да, по-моему, ну, это лезвие такое, лезвие, да? Да? У меня такое только маленькое для плиты есть. Но плита тоже, стеклянная, чистить плиту. Это тоже, в принципе, ну, для плиты это самое. Ну, обои сдирать, то все, ну, что-то там шкрябать, короче, шкрябать. Сейчас посмотрим цену. Вот на этом сайте есть более-менее похожее лезвие. Стоит 8,20. Да не, 8,20 это ты что? Ну, хотя бы там... 4, ладно, евро. Там их 5, много сейчас разные. 5. Хотя если этот 5. Гриф хороший, ну вот этот ручечка. Ручка, сама, да? Это скребок, правильно, да? Да. Скребок. Шрайбер, да, скребок. Ну, не вот. Грибок, а скребок. Грибочки. Сколько? 4? Все, давайте 5. 4 евро пиши. Ладно, да, пусть 4. Да, записала, Мария, 4. Да, все, Мария, продолжаем. Опа, это что? Ребята, мама, что? Теперь тебе тоже. Вау! Да? Стоит. Ребята, может, тоже еще пару будет? Ребята, не заглядывайте, ребята, ну. Ребята, я удивлена, тут опять стоит привет. Опять привет? Да, привет опять стоит. Мария у нас переводчик. Ага.
Ну, открывайте, точно такой же? Да. Потому как в интернете были... Да, точно такой же. Точно так. С такой же ложечкой. Ну, давайте это, давай одинаковый. А по у первой не было вот этой штучки. Какой, Марусь? Вот этой вот такой. Да. Наверное, там что-то... И здесь отсюда вот дырочка где-то висит. Все равно 17 евро. 17 записали? 17 евро. Боже, это инструмент, наверное, какой-то. Дай прошу. Это, наверное, папе для работы что-то. Нет, подожди. Это подожди, досточка, подожди. Мама. Это досточка какая-то. Вот фирму покажу. Посмотрите, ага. Сейчас быстро а прочитаю. А для чего ей вот эта штучка? Для продукта и шпицы. Цой, не сафу. Можно сразу перевод? Я знаю, что это. Не, я уже понял, это для сыра. Это резать сыр, ребята. Да. Да, вот здесь этот, ну... Да, ну сыр. Подожди, это не распечатывай. Давай я с картинкой сфотографирую. Быстренько. Наконец-то я нашла точно такой же товар, как наш, на Amazon. Сырная доска с резиново-деревянной проволокой для сыра. 19 евро. Точно такая же фирма, Цассенхаус, стоит 19 евро, плюс 2,95 пересылка. Все, для сыра, очень хорошая вещь. Мария, принеси сыр, да, посмотри, сыр этот. Берли, балес, пока я открою. Белый или желтый? Твердый, желтый есть. Сырок. Уже немного начатый, но немножко. Не важно. А, смотри, здесь этот еще насадки есть. А, на разные на сыры, запас. Наверное. Или на запас. А может опа, на разные. А этот что? Поломано. Выглядит очень интересно. Механизм такой. Точно, что механизм. Механизм такой. Заменили мы струну. Проверяем. Есть. Ого! Да, вау! А теперь на кубики попоечка сделай. На кубики. Руки аккуратно, Маруся, на ногу выстрою. Раз, два, три. Вау, класс! Три. Можно делать такие шпицы, да, на палочку, нарезать. Вообще супер досточка. Да. Это не досточка, это класс. Отлично. Супер. Это класс. Как оцениваем? 19 евро или плюс пересылка 21? 25. 21, пиши, Мария. 25. Очень классно. Папа, пробуйте сыр. Угощайтесь. Конечно, я же поэтому. Вкусненько. Сыр или... Сыр вкусненько. Я попробовала деревочку. Давай, Борис. Ого, а что это такое? Ребят, открывайте. Давай открывай. Хочу. Давай я тут чуть-чуть сюда поставлю. Дырочки, вот так они выглядят. Это какой-то бальзам. Бальзам? Вот, похоже на мазь от боли вообще-то, да? Ага. Бальзам. Мистичен. Давайте посмотрим. Масло там, одинаковое. Ну, бальзам с маслом, да. Давайте спросим у Гугля. Да. Так, на сайте 1-2-3 ТВ точно такие два бальзама. Сейчас в оценку минус 51% стоят 8,90. Стоили 18 евро. Бальзам с мистическим благовонным маслом ладана по старинному рецепту буддийских монахов. Так я и не поняла, для чего этот бальзам. Похоже, что для релакса. В общем-то, для тела. Надо чуть-чуть время, чтобы было, там посмотреть, конкретно посмотреть, что там можно с ней делать. А сколько монахи стоят? 8,90. Монах? Монах? Одна по... Одна нет, две, две баночки. В наборе две баночки шли. 8,90. Это в оценку, вы поняли? Было 18 с чем-то, сейчас 8,90. 18?
Ну, какая-то неплохая вещь, наверное. Ну, давай, Мария. Покажи, Мария. Это время, чтобы ставить, как это в это. О, это таймер. Я так хотела таймер. Когда этот ты вставишь вот этот. Вы же мой поломали, Мария, таймер от Чибо. И в Чибо был последний раз 13 евро таймер. И я, конечно, слегка зажилила его купить. А вы теперь у нас есть бургер? Проверяйте, он работает или нет, и посмотрим цену. А выглядит бургер? Так, как бургер, да? А ну, Мария, ой, покажи. А, как бургер? Ой, красивенький. Чизбургер какая-то. Чизбургер, извините. Ну, проверяйте. Поставьте на мало время. На 5 секунд. Давай. На 5 минут ты поставь. Нашла я точно такой же таймер. Один в один на Amazon. И стоит он 11,67. 11,67, ребята, да? Они не дешевые. Ого! Но мне нравятся. Они очень удобные. Этот бургер, да. Ну, простой железный в Чибо тоже 13 был последний раз, мы видели. Мне очень нравится, мне удобно. Пока на телефоне поставишь себе будильник, когда готовишь грязными руками. Неудобно. На часиках часики не зазвенят, можно время пропустить. Поэтому таймер отличная вещь. Что там, ребята, много еще? Последняя? О, тяжелая. Ух, вау! Я вижу что-то красивое. Набор какой-то, да? Оно... О, это ножи для сыра, резать. Да. Угу. Не могу я найти близко. Точно такой же набор. Есть только что-то похожее. Цены не маленькие абсолютно. И больше этот похож. Минус 25% сейчас. 30,95 он стоит. Это, конечно, не наш набор, но очень похож. Так, ребята, я думаю, мы 30 евро можем дать этому набору. Да. Потому как здесь еще есть какая-то досточка стеклянная. И написано, что какой-то очень хороший квалитет. Да. Да, досточка есть стеклянная. Папа, вот тут еще не забрала. Ничего страшного. В том наборе даже без досточки он стоит. Так, покажите. Да, вот это досточка. Так, есть досточка. Как режет? Нормально. Хорошо. Но режет хорошо. Кто режет, вроде не тот. Да, ладно. Так. Пробуйте, пожалуйста, следующий нож. Карамелечка, у меня такое ощущение, как будто я вот в базаре сидят эти, все время режут разные фрукты и овощи, не? Ага. Этот тоже хороший. Хороший? Моя ура балесенка. Другой папулочка, да. Тут, я его не вижу, вот папочка, он берет. Это уж. Ну, я думаю, что это для мягких сыров вообще-то, ребята, этот нож. Не для этих. А да. Вы с этим уже... Толстый. Этот нож, да, для мягких. Он для мягких сыров. Там специально широкое лезвие для того, чтобы можно было как лопатка. Ну что ж, распаковка замечательная. Отличная, я могу сказать. Она была маленькая, но очень много вещей туда поместилось. Так, такие красивые тыковки. Даже очень красивенькие. Большие и маленькие. Пенальчики. Такая красивая лента со светящимися прищепками. Для мытья колес на нашей машине. Набор химчистки. Полка вообще отличная. Она, кстати, очень такая увесистая, тяжелая. Такая хорошенькая. Да. И самое классное, что сегодня было, это два китайских столовых приборов набора. Мы с Марией и с Нелей будем очень рады. Неля у нас тоже любит кушать. Скребок. Скребок на самом деле даже очень хорошо мыть ванную комнату, плитку. Такие релакс-бальзамчики. Косметичка для папы. Сумочка для мыла.
Бургер. Бургер это самое классное, что сегодня попалось. Поставили на таймер? Да, я поставил. Сейчас оно микнет. Такие замечательные ножи для сыра. Да. И очень классная резка. Отличный таймер. Заодно и сыра наелись полпачки. Еще Мария... можно больше снимать. А, да. Наш этот... Да, ну как всегда, коробочка товарищ. Нам пригодилась. Да, Магнолия? Я Манготик. Ты что там делаешь? Красотуль. Магнош, тебе нравится? Мангоша? Ты что ли Мангош? Все, на Мангоше давайте и закончим. Мария, что вы там, вы насчитали? Я насчитала, все, я... Ничего, что там у тебя? Что там у тебя? У меня получилось 150 евро, минус 41 евро будет 109 евро. Выгода у нас была 109 евро. 41 евро это то, что я заплатила за посылку, и выгода у нас 109 евро. Отлично. Большое спасибо всем за просмотры. Спасибо большое. Смотрите нас. Говорите, что вам понравилось, что не понравилось. Пишите все комментарии. Мы все будем читать. Отвечать. Посмотреть. Если вам что-то вам понравилось, скажите, отправим вам подарок, не проблема. Главное, чтобы было все хорошо. Всем здоровья. Всем здоровья, всего хорошего. Мирного неба, и удачи. И всем. Чтобы мы еще виделись. И всем пока-пока. Пока-пока.